Ну что ж, сегодня мы уже немало выучили, конечно. 15 минут явно недостаточно для того, чтобы овладеть китайским языком. Вам еще нужно будет позаниматься после сегодняшнего урока. Запомните древнюю китайскую пословицу. Где воля, там и успех. Вот такая китайская народная мудрость. Где воля, там и успех. Йо значит есть, иметь. Чи – стремление, цель. Чи – человек. Йо чи чи – волевой, целеустремленный человек. Ши – дела. Цин – в конце концов. Чэнь, то есть чэнгон – успех. Несмотря на то, что это целая поговорка, но в ней лишь 6 звуковых слогов. Поэтому с этой точки зрения китайскому языку выучиться нетрудно.